Сегодня перед вами выступает оркестр «Столичный джаз», и начали мы с композиции, которая называется «Cotton Club Storm». В принципе, это повторяет название нашей сегодняшней программы. «Cotton Club» — это золотая эпоха джаза, 20-е, самый известный джазовый клуб. Владели, конечно же, гангстерами, и этот клуб был трамплином для многих джазовых исполнителей, танцоров, вокалистов, певцов, одним из которых, конечно же, был знаменитый Дюк Эллингтон. И вот именно перу Дюка Эллингтона и принадлежит вот эта композиция «Cotton Club Stomp», это 1930 год. А сегодняшняя наша программа – это такая мозаика из произведений в аранжировке крупнейших оркестров эпохи свинга. И следующая композиция – это Бенни Гудман. И композиция называется «Why Don't You Drive?». И мы приглашаем на сцену Алену Французову. Thank you.
Изабелли Гутмана, Сергей Сидоров, здравствуйте.